Здравствуйте! Мы продолжаем изучать раздел «Казахско-джунгарские войны». Обратите внимание на тему «Организация единого народного ополчения». Сегодня на уроке проанализируем внутреннее политическое положение казахского ханства, узнаем о боевых традициях военной подготовки казахских воинов. Внутреннее положение казахского ханства в конце 17-го, начале 18 века оставалось сложным. Попытки ханов создать единое централизованное государство, объединив все казахские жузы, не увенчались успехом. Казахское ханство оставалось политически раздробленным государством. Между казахскими жузами не было постоянных политических связей. А теперь посмотрим короткое видео. К началу 18 века казахи владели обширной территорией. Для казахских улусов основную опасность представляло Джунгарское ханство, возникшее в западной части Монголии на руинах распавшейся некогда Великой кочевой империи. Образование Джунгарского ханства как централизованного и мощного государства влияло на характер казахско-джунгарских отношений. В целом эти отношения определялись соотношением сил между Джунгарским ханством и Казахским ханством. Борьба между казахами и ойратами за богатые и обильные пастбища, которые служили единственным источником существования кочевых скотоводческих обществ, шла переменным успехом на протяжении всего 17 века. И к началу 18 века соперничество двух кочевых государств достигло апогея. Однако силы были неравными. Внутренняя междоусобица политической элиты казахов была главным препятствием объединения сил против внешних завоевателей. Казахское ханство вплоть до смерти хана Тауке в 1718 году сдерживало натиск джунгарских завоевателей. После смерти хана Тауке снова усилились центробежные тенденции, хотя известно, что крупные столкновения в 18 веке между казахами и ойратами имели место и ранее. Самым трагичным событием для казахов стал 1723 год, сохранившийся в памяти народа как Ахтабан Шубурунде, Алкоголь Сулама, год великого бедствия. Казахский народ, ценой огромных потерь и чрезвычайного напряжения сил, отстоял политическую независимость и территориальную целостность. Последствия джунгарского вторжения в Казахстан и Среднюю Азию были трагическими. Отечественная война 1723-1730 годов казахского народа против джунгарской агрессии оказалась наиболее ярким героическим событием в истории казахского государства. Народу пришлось перенести всю горечь поражений, большие потери и глубоко осмыслить происходящее. Война потребовала мобилизации всех материальных ресурсов, стойкости духа, сплочения многочисленных родов. И правильная организация отпора противнику привела к победе. С давних времен жители Великой Степи славились как отменные воины. Свои боевые качества казахи унаследовали от своих предков – кыпчаков, тюрков, гунов, саков. Всенародное ополчение. В казахском обществе практически не существовало профессиональной регулярной армии. Ее функции выполняло всенародное ополчение, которое собиралось для организации отпора внешней агрессии. Боевые отряды строились по родоплеменному принципу. Правда, султаны и ханы имели свои небольшие вооруженные отряды, состоящие преимущественно из тулингутов. За очень короткое время степняки могли выставить многочисленное, вполне боеспособное войско. Отряды отдельных родовых подразделений прибывали к месту общего сбора войска и присоединялись к более крупным подразделениям. Боевыми отрядами командовали прославленные батыры. Верховным главнокомандующим общенародных ополчений был хан. В дальних походах каждый воин имел по два и более боевых коня. Одного коня он готовил к сражению, другие были походными. На них везли снаряжение и продукты питания. Каждый отряд имел свой боевой клич «Уран», который был именем прославленного предка или уважаемого сородича. Общеказахским «ураном» было слово «алаш», означавшее имя мифического прародителя казахов. Ураны вдохновляли, вселяли уверенность и поднимали боевой дух воинам. Народное ополчение отличалось высоким моральным настроем. Находясь вблизи со своими родственниками, они не помышляли о том, чтобы оставить поле боя, так как предатели и трусы открыто презирались степняками. Особо отличившихся предводителей
боевых отрядов и рядовых кочевников казахи называли батырами. Звание батыра приобреталось только личными подвигами. Его нельзя было получить по наследству. Почетное звание батыра могли получить и простолюдины, и бии, и султаны, и ханы. А теперь посмотрим короткое видео. Мы знаем имена трех великих славных мудрецов, трех сыновей народа – Тулеби, Казбекби, Айтекиби. Они сумели внушить народу великую истину. Тот, кто на крутом перевале истории лишился единства, тот лишается жизни. Три великих бия сумели сплотить батыров трех жузов воедино для борьбы с врагами. Особенно сильным и коварным врагом в это время было Джунгарское государство, образовавшееся в Западной Монголии. Джунгар всегда привлекали богатые и плодородные земли Казахстана. 150 лет с 17 века до середины 18 века казахский народ отстаивал свою независимость. Возглавляли народ в борьбе с врагами казахские батыры: Карасай-батыр, Бугинбай-батыр, Кабанбай-батыр, Наурызбай-батыр, Баян-батыр, Малай-сары-батыр. Батыр — это почетное звание, которое присваивалось особо отличившимся в военном деле личным героизмом, смелостью и доблестью военачальникам и воинам. В начале 18 века появилась целая плеяда любимых народом батыров. Это связано прежде всего с борьбой казахского народа против джунгарской агрессии. Это были батыры Наурызбай, Багимбай, Кабанбай, Раимбек, Есет, Жанибек и многие другие. Наиболее отличившиеся батыры удостаивались права захоронения в священном городе Туркестане мавзолее Ходжа Ахмета Яссави. Багимбай батыр, он побеждал умением и умом, он от врагов очистил отчий дом. Есет батыр, я сын казахского народа, в его судьбе моя судьба. Кабанбай батыр, он спас свою землю в страданиях и ранах. Во всех поединках не знал себе равных, могучий и храбрый батыр Кабанбай. Вооружение казахов в борьбе с джунгарами. В своем арсенале степняки имели копья найза, луки, секиры, сабли. Наиболее состоятельные казахи надевали на себя панцирь и шлем. Сами производили порох, но он был очень низкого качества. Во второй половине 19 века стали пользоваться огнестрельным оружием. Оружие старались закупать у башкир и калмыков. Вооружение делилось на оружие ближнего и дальнего боя и воинское снаряжение – доспехи. Самым распространенным оружием дальнего боя был лук со стрелами – садак. Воины использовали три вида оружия ближнего боя. Это прямой меч – симсер, казахская шашка – сапэ и кривая сабля – кылыш. Оружие хранили в ножнах – кылышпау, которая изготавливалась из дерева, обтягивалась кожей и бархатом, украшалась золотыми и серебряными изделиями. Колющее оружие представлено видами. Найза – это копье с широким наконечником, и сунгэ – это длинная пика с тонким граненым наконечником, предназначенная для поражения противника в доспехах. К рубящему оружию относились боевые топоры болта и разновидности секир айбалта. Почти все казахское войско было конным. Перед дальним сражением сардары, военачальники, собирались на военный совет, на котором решались вопросы предстоящего сражения. После единоборства постепенно вводили в сражение крупные боевые единицы. Первым шел авангард, который расстреливал противника из луков. Затем действовали копьеносцы, а следом за ними отряд сабельщиков и воины с палицами. Если первая атака была неудачной, войско быстро рассеивалось и вскоре перестраивалось для новой атаки. Нападали с разных сторон с целью дезориентировать противника и вызвать у него панику. Другим приемом было завлечение противника притворным бегством в заранее приготовленную засаду. Хорошо была налажена разведка и связь. По данным Левшина, для оповещения соседствующих родов о набегах врага
вместо телеграфов зажигают огни. Боевая подготовка у степняков начиналась с раннего детства. С 3-4 лет мальчика сажали на коня и через игры, конные скачки, охоту его готовили к военному делу. Серьезное влияние на подготовку воинов оказывали игра кокпар, конная борьба аудараспак. Важнейшей частью боевой подготовки степного воина являлась стрельба из лука. Причем обучали стрелять метко не просто сидя в седле, но и на полном скаку и в разные стороны. Все это постигалось ежедневными тренировками, а также посредством различных игр. Длительная и регулярная езда на лошади вырабатывала выносливость, ловкость и физическую силу. Большая роль в подготовке к предстоящим сражениям отводилась национальной борьбе, которой также занимались с раннего детства. Жители степи от природы обладали отменным зрением и были прозваны как меткие стрелки-мергены. Точным выстрелом из ружья или лука могли попасть в подброшенную монету. Воинственности не уступали и женская половина степи, о которой писал российский исследователь Назаров. Жены, будучи также хорошими наездницами, сражаются вооруженными колями и бердышами. Известный английский ученый нового времени Флетчер также восхищался мужеством степняков. Смерть до того презирают, что охотнее соглашаются умереть, нежели уступить неприятелю, если уже не могут сражаться или помочь себе. А теперь проверим полученные знания. Соотнесите иллюстрации и название оружия. Проверим. Первое – это шокпар, второе – это садак и третье – это айбалта. Следующее задание. Вставьте пропущенные слова. Перед выступлением в дальний поход собирали военный совет, на котором обсуждались вопросы предстоящего сражения. Каждый отряд имел свой боевой клич, который был именем какого-нибудь дальнего предка или уважаемого сородича. Вооруженные отряды состояли преимущественно из имели только султаны и ханы. Одним точным выстрелом могли из лука или ружья попасть в подброшенную монету. Опорные слова – мергены, сардары, уран, тулингуты. Проверяем. Перед выступлением в дальний поход сардары собирали военный совет, на котором обсуждались вопросы предстоящего сражения. Каждый отряд имел свой боевой клич «Уран», который был именем какого-нибудь дальнего предка или уважаемого сородича. Вооруженные подразделения состояли преимущественно из тулингутов, имели только султаны и ханы. Одним точным выстрелом мергены могли попасть из лука или ружья в подброшенную монету. Подведем итоги урока. В 20-е годы 18 века вторжение джунгар на казахские земли приняли угрожающие масштабы. Золотым веком казахского батырства, за проявленный народом героизм, названы годы борьбы с джунгарами. Организацию единого народного ополчения, трех жузов, в борьбе с джунгарами описывали народные и видные жирау того времени. На этом наш урок подошел к концу. До новых встреч!